На улице Жиделева, бывшей Вознесенской, сохранился оригинальный комплекс промышленной архитектуры. На сравнительно небольшой территории расположены 5 отдельно стоящих крупных сооружений конца XIX – начала XX века. 2 прямоугольных трехэтажных здания вытянуты вдоль красной линии улицы и соединены висячим переходом. Здесь сегодня соседствуют друг с другом различные организации. В XIX веке на этом месте фабриканты Кокушкины устроили сердцебивную фабрику. В 1874 году предприятие перешло к купцу Маракушеву. Первоначально Константин Маракушев работал в конторе на ситцевой фабрике Захара Кокушкина и своим старанием достиг расположения хозяина. А затем и женился на единственной дочери хозяина Зинаиде. Вероятно, тесть и помог Маракушеву купить предприятие у своего дальнего родственника. Фабрику преобразовали в ткацкую. В 1886 году был учрежден торговый дом Кокушкина-Маракушев. При этом старую сердцепечатную фабрику тестя, основанную в 1840-е годы в центре села Иваново, перевели в посад и объединили с вновь приобретенной. После смерти учредителей торгового дома предприятие возглавил их прямой наследник Иван Константинович Маракушев. Именно он в 1910-е годы провел коренную реконструкцию фабричного комплекса. Если ткацкий корпус выстроил из красного кирпича, то сердцепечатный – отбельный и железобетонных конструкций. В 1924 году фабрика начала работать под названием «Новая Иваново-Вознесенская мануфактура». В середине 30-х годов уже носила имя политического деятеля Бубнова, а в 1950-е годы переименована в честь революционера Жиделева, когда-то трудившегося здесь помощником ткацкого мастера. Урна с его прахом замурована в стене близ въездных ворот. 2 протяженных трехэтажных корпуса по улице Жиделева были когда-то складами сырья и готовой продукции. В середине 20-х годов их надстроили для правления треста и в текстиль. Здесь же размещался НИИ хлопчатобумажной промышленности. Сейчас помещения бывшей фабрики используются для целей, уже не связанных с текстильным производством.